предлагаю вашему вниманию такой опыт свой, выращивание хлорелы. Одним, значит, для ее выращивания я использую питательную среду, которая состоит из отработанного масла, двигателя, компонент этого питания. Оно разлагается, и водоросли, в общем, его употребляют вместо углерода. Этот штамм прекрасно растет в открытых водоемах, вот как у меня, искусственного водоема. Имеет довольно высокую насыщенность и имеет способность насыщать жиры клетками микроводорослей. Так, сейчас будем кормить водоросли, микроводоросли. Просто так вот смешивается. Двухдневная доза питания. Таким образом утилизируется отработанное масло и наращивается биомасса микроводорослей. Так как в жидкости уже находятся вещества, похожие там на солярку, которые образуются при разложении, то масло очень быстро становится кашеобразным, скажем так, молочного цвета. Вот. Налипает сразу же. То есть необходимо периодически отбирать продукты жизнедеятельности водорослей для того, чтобы держать их в постоянной продукте распада отработанного масла в результате жизнедеятельности водорослей. Хлорелла.